привет. Приехали на государственный природный заказник регионального значения Сестрорецкое болото. Здесь экологическая тропа. Вот сейчас пойдем смотреть. Написано, кстати, машина. Мы не едем на машине. Да. Ну, пошли смотреть. Никогда здесь не было. Это Ленинградская область. Станция Белоостров. Или из города можно по Приморскому шоссе на 211 автобусе доехать. Ну, или на машине. Так, вот здесь запрещена стоянка. Нефиг туда ездить. О, вижу первое озеро. А, здесь все то же самое. Да. Так. Красотища. Так, ну, ввиду того, что пока я прямо вижу просто дорогу, пока снимать не буду, пока какую-нибудь достопримечательность не увижу. Еще одно очередное тут озерцо. Но это все одно и то же, наверное. Ну, что-то я здесь не мальков. Никого не увидел. Питомерки, да. Вышли мы на такую полянку. Здесь информационные щиты. Уникальное болото. 1,5 километра. Ну, пойдем, свернем. Так, мы тут дошли до каких-то лесных завалов. Ну, тут все люди пропилили, и все, можно спокойно проходить. Вон тут уже болота начались. Запах такой стоит, особенно для нас, городских. Кто дышит с утра до вечера всякой гадостью, тут просто супер. Вон всякие грибочки. Ввиду того, что я не специалист, я не знаю, что это за грибочек. Но он есть. Тут болото, тут люди тоже вон ходят. Я не знаю, что это. А мы идем дальше. Дубок. Еще дубок. Ой, смотри, какой красивый. А мы-то уже дошли до тропы. Пацаны на великах. Правильно. Ну что, кайфово сделано. Сваи набиты. Здорово. Мне нравится. О, речка даже огорожена тут. Ну, кругом водомерки. И какие-то лилии. Или не знаю, что это там такое. Вот так классно. Ой, ограждений много. Вроде тут ничего такого нет, но это может быть сейчас подсохло. Наверное, когда после дождей, так тут все вода, поэтому вот в самых таких, видимо, опасных местах сделано ограждение. Классно. Там лес, непроходимая чаща. А вот с той стороны там болото, по всей видимости. Так.
выходим на финишную прямую. Это уже открытая местность, значит, здесь конкретно болото. Так, типа болот, переходное болото, верховое болото. О, а тут болото. Так вот, дошли, здесь такая специальная площадка сделана, смотровая. Если честно, я не знаю, на что здесь такое смотреть. Может, здесь какие-нибудь лоси бродят. Так-то все то же самое, болото и болото. Не, прикольно. Я просто о том, что зачем здесь такая смотровая площадка. Вон там вдали, это Сестрорецк. И народ ходит. Вот за нами идут, перед нами семья прошла. Так что вот так вот культурно отдыхаем. Хватит бухать. Ну, вообще, я чисто к народу обращаюсь, что вот лучше с семьями гуляйте. Мы бы и дочку взяли, но дочка работает. Дочке вечер на смену, поэтому дочка должна кормить семью. Поэтому семья отдыхает, а дочка пашет. Так, мы тут дошли до края. Видимо, болотина закончилась. Вот здесь про костры в лесу. Так вот. Черника. Первая часть где черника? Ну, да. А, мы ну, в смысле съели. Туристы все съели. Ну, и тут пошли уже просто по тропинке. Слева также остается болото. Справа тоже болото, но здесь деревьев больше. Немножко. Да, и запах обалденный. Но шум города все равно, там шум трасс, всего слышно. Где-то там вдалеке. Это много поваленных деревьев. Не знаю. Ну там бурелом. От старости, наверное, что-нибудь из болота просто повырывало. А вот тут не знаю, чего столько деревьев валяется. Самолет где-то летит. Дошли до очередной красоты. Тут у нас болото. Опять с пригорка видно. Почему-то нет ступенек здесь. Вот, зато есть перила. Болотце. А вот там опять мы видим вдали Сестрорецк. И вот там все это поля болота. И вон две. Двадцать девять видов млекопитающих. Вот сейчас вот перед этим видели несколько ящерок. Бегали, не боялись совершенно. Тут возвышенность. Тут люди в болоте решили утонуть. Да, лучше туда не ходить. Реально. Да просто ноги промочишь, ничего не будет, кроме того, что промочишь ноги. Мох такой красивый. Мох красивый здесь. Я хотела проверить. Все красивое. Там было резиновые сапоги одевать. А тут, да, ящериц много бегает. Я думала, это лягушки. Я сначала тоже подумал, что лягушки, оказалось, ящерицы. О, что-то выкопано. Кто-то рыл землянки. Рыл-рыл, да не дорыл. Но тут опять вид на болото. Болото тоже хорошо. Так очень хорошо в лесу. Нам очень нравится. Ну пусть стоит. Кто-то зажигалку там на дереве оставил, не знаю для каких целей. Вот у меня есть такое подозрение, конечно, ручаться не буду,
вот не бывший ли это какой-то окоп? Здесь все-таки Сестрорецкий рубеж поблизости. Такая канава прорыта. И вот тут такие ямы. Я, конечно, не знаю, но вдруг, может быть, когда-то оборонительные какие-нибудь сооружения тут были. Вон, что и тут выкопано, тут все перекопано. Может, там финн или немец как-то шел через болото. Но очень похоже. Ой, муравьи строят дом. Муравьи строят дом. О, тут лес горел. Причем не так давно. Это кто-то, какой-то дебил, какие-нибудь шашлыки, небось, жарил. Какие-то железяки остались. Не потушил. Вот такие тут болота. Кругом. Мы идем по холмам. Ну и там опять-таки виден Сестрорецк. Дошли до земноводных и пресмыкающихся. Гадюк. Кстати, я вот не знал, что вид гадюк этих занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга. О, здесь что-то вколочено. 42-й год. Я так подозреваю, цифра 42. Или почему 42-09. Не трогай пальцатками, это сейчас взорвется. Ну, вряд ли. Что, наверное, разминировали давно. Вот выходим на большие болота. Вон Сестрорецк опять-таки виден. Сейчас его будет видно хорошо. О, как! И мы снова из прохлады леса вышли на жару. Так, а вот тут растения. Растения верхового болота. А, вот здесь верховое болото. А там будет еще подводное. Подводное? О, и там снова тропа выводит в лес. Сосновый. Красотища. Но в болото мы не пойдем. Мы пойдем по тропе. Экспериментировать не будем. И снова Сестрорецк. Идем по тропе. Люди с нами шли, уже возвращаются. А тут вот новые отсюда красоты открываются. Леса и болото. Люди сказали, что чуть-чуть осталось и заканчивается экотропа. Ну так очень красиво. Нам очень понравилось. Недолго, конечно, но с другой стороны, там кто любит долгие походы, ну это, наверное, надо куда-то конкретно в поход идти, куда-нибудь в Карелию. А так вот городской житель, который два шага делает и падает. Самое то. Выехал, походил, подышал свежим воздухом, посмотрел на красоты различные, и все. Кто к станку, кто в пыльный офис, арбайтом. А так вон кругом тут люди ходят. А, опять запах сосновый. Обожаю. Здесь птицы. Интересное название птички. Фифи. Я такое даже не слышал. А, и не слышал еще вот лесной конек.
сколько ни ходили, никакой живности, кроме ящериц, нигде не встретили. Я все ждал встречи с гадюкой, но что-то сегодня не мой день. Гадюк мы нигде не увидели. Птичек почему-то тоже не видели, слышали где-то кого-то. Ой, еще одна. Тетерев даже. Да, ящериц тут он кругом бегает. А мы там пока шли, видели зелененькую. А тут в лесу в основном все коричневые. Вон. И вот там вот много бегает. В общем, вот, да, вот ящериц здесь очень много. А вот тут уже всякие тропы кончились. И мы сейчас идем уже по болоту. Какой-то, да, супер запах. Чем это? Вот это растение. Вот такое? Лимоном каким-то. Хвой. Такое растение чем-то пахнет. Ага. Странный такой запах, да? Какой-то странный запах. Ну, лимонно-хвойный. Лимонно-хвойный, кайфовый. Второй. Тут лоси ходили. Выйдем там, на полянку. Провалимся по всей. Лось скажет добрый вечер. Ну да, так под ногами проваливается по чуть-чуть. Зыбенько и влажно. Да, здесь много вон всяких растений таких кайфовых. Но пока тропка есть, значит, люди ходят. Но, по всей видимости, все заканчивают здесь. Потому что у меня даже слегка ноги влажные. Да, тропинка есть, но это, наверное, уже местные грибники ходят. Потому что, о, даже видно, там уже влага. Да, это, там... это уже вода. Болото. Ну, раз болото, мы дальше тогда не пойдем. Не осмелимся. Не, ну, все красоты кончились, мостки, все, что было сделано. А здесь уже просто болото, и люди ходят там, грибы, ягоды какие-нибудь собирают. Так что вот так вот прекрасно прогулялись, и сейчас отправляемся в обратный путь. Так что не знаю, буду я там чего-то снимать или нет, на всякий случай всем пока-пока. We'll be right back.